Всем привет, с вами Серега Отвертка, это очередной выпуск «Упало с неба», и сегодня мне его придется снять на полу, потому что нам приехала такая вот огромная коробка. Что ж, давайте начнем ее распаковывать. Охренеть, смотрите, нам приехала такая вот огромная радиоуправляемая машина. Блин, ну смотрите, по-моему, это вообще шикарно. Здесь у нас имеются мощные амортизаторы, так что я думаю, мы на ней неплохо так погоняем. Так, давайте посмотрим, что у нас там еще в комплекте идет. В комплекте у нас идет инструкция с деталями. Так, а вот здесь у нас, наверное, находится пульт. Вся вот эта вот пленка у нас здесь снимается, то есть вот так вот оно все, и машинка уже выглядит более прилично. Ну а что самое интересное, здесь у нас находится внешний аккумулятор, мы его можем вытащить, поставить другой и продолжать гонять на нашей машине. Здесь у нас идет управление движением, то есть вперед-назад. Здесь, соответственно, поворачиваются колеса. Здесь можно отрегулировать направление колес, то есть вот смотрите. Здесь у нас еще имеются метки 50 на 50 и 70 на 30. 50 на 50 это идет на все колеса одинаково, а 70 на 30 у нас больше задействованы задние колеса. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Машинка у нас полностью функционирует, и теперь ее уже можно будет испытать на улице. На стандартном аккумуляторе она у нас ездила около минут 15. Машина очень хорошая и будет отличным подарком, если вы увлекаетесь такими вот машинками. А с вами был Серега Отвертка. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока!